приступаем к следующей. А, это... Так, что я хотел? Так. Да, что я хотел сделать-то? Я забыл, блядь. А, все, отправляемся дальше. И снова здрасте. А, уже здрасте, да. Давно было. Никак-никак новая серия. Надо же правила хорошего тона соблюдать. Я похож на этого культурного человека? Нет. А вот именно, блин. Ну я ведь тоже не похож. Весь обросший как чучело. Кстати, да, надо простричься, блядь. Блядь, денег нихуя нету, блядь. Блять, как они заебали, такие верткие нахуй, что хуй. Ебать, жаба, ебать! Жаба! Жаба? Они же, блядь, только встречаются в царстве мертвого, хули они тут забыли? Нихуя, я несколько раз встречал босса, ну не босса, а героя, жабу, блядь. Тут что ли? Ну не тут, а просто в пещере где-нибудь нахуй. Ну я хуй знает. Я что-то ни разу не встречал. Ты удалька сбафни? А, блядь, да. Погнали. Чё, почему она отключилась? Тебя же убили. Когда? Этот бык. А. Ты уже не помнишь, как опиздился? Нет, я плохие моменты в жизни стараюсь не запоминать. Это пиздёж. Такой, я стараюсь плохие моменты в жизни не запоминать. Это не точно, да? Да. Точнее, это далеко не точно. На ту сторону осталось шок. Ага. Ебать, меня сейчас хуянуло, блин. А! Я ж так и не рассказал, блядь, что там этот. Чё, мне обидно-то? Я вот Doom же проходил на канал. Не. Его, блядь, посмотрело меньше людей во все вот эти 11 серий Дума. 11 вот или 12. Чем одну серию Титанк Квеста, которую мы с тобой играем. Я, блядь, думал, он зайдет нах. По идее, зашло, если бы мы там хуйню начали творить, если бы ее можно было бы... Опа, она, блядь, это... А, это не проблема. 41 уровень, нихуя себе он, блин. За него опыта дали больше, чем за быка. 4,5. Хотя бык это полноценный босс, блядь, а не герой. Мне кажется, что ну, этого... За Тифон дадут 22 тысячи опыта. Должны, по идее. Если мы от него хуя не пососем, а мы пососем. Какая-то бабенцист. Чё за хуйня? Видел, блядь, как упал ебальником об мостик, врезался и в реку прыгнул. Несколько столетий. Да, реально, пацан. Еще один герой. Где? Вон он, блядь. Палец. А мы ему этот подгорим немножко. О, долбоёб прибежал. А-а-а! Смотри, мы на лесу напали, блядь! Насилуют! Блядь, не дай бог такая хуйня. Упадёшь в лес за грибами, блядь. Тебе палец и ихтиана нужна? О, опыт. Тебе палец и ихтиана нужна? Палец? Да. Да по идее нет. Нахуй дай мне снорный камень. Нахуй она мне? Скинь её, я этот её... Это тебе, блядь, воин, что ли, блядь, не видишь, что я, блядь, с луком хожу? Скинь её мне, я скину её кому-нибудь другому из этих своих. Не, я тебе могу вещь покруче скинуть. Не, они пока не докачались до этого. Хочется, какой уровень нам-то, блядь? А, какой уровень? 18 всего лишь, нормально. Ох, ебать! Обливали тебя нахрен. Обливали.
Обкончали меня зеленый малафьёй. Не дай бог вот такую хуёю на тебя из леса выскочит в реальной жизни, когда ты загреваем пойдешь, блядь. Вот это, когда просто... А, вот такая, да. Махающая лапами? Да. Ну, блядь, я, блядь... там же ноги оставишь свои. Я, блядь, сам так же, как он в земле сидит, а так же в землю закопаюсь вместо него, блядь. Либо ты так же побежишь только от него. Да. Ну, в принципе, я так же, размахивая руками в молодости, бегал от ментов в парке. Да, а такой. Там бухой, что ли, был? Нет, мы при том. Нет, самое забавное, мы были трезвыми. Это было днем. А чё бегали-то? А хуй знает, брат, побежал, я побежал. Еще бежим и размахиваем руками, орём мент. Мент! Мент! Они за вами чё, побежали, нет? А хуй знает, ну было весело. Она я подумал, что за доба. О! Большие обезьяны. Это Ерин! Это наше правительство. Не, правительство было в этом, блядь. Там, в этих. Ну ты понял. Ну... В горах, блядь. Успокойтесь уже! О, вождь клана, нихуя себе, с двумя топорами бежит. Я ж тебе саблезуба отдал? Да. А что, еще один есть что? Нет, просто я спрашиваю. Нам наверх или сюда? Нам сюда или наверх? Не, нам туда вниз. Ну я наверх тупо залез, чтобы почистить идти. Ты килиться будешь нет сегодня? Ну, у тебя есть Серегу обновить. Возможность. Серега! Он не перезарядился! Чё, блядь? Ты когда его призвать успел? А у него хп мало было, я его из этого... Всё, Серега 20 уровня. Чё, блядь? Эта дверь заперта. Чё? Чё, блядь? В смысле? Я не понял нахуй. Портал, задание найти гору. Гору чужого. Ладно, мы как умные люди поступим. Телепортируемся нахуй за ворота. Я буду заботиться о твоих вещах. Так. Ты тут, прикинь, тоже запечатано, блядь. Какого хуя? Чё, блядь? Чё, блядь? Мы же были у императора, блядь. Чё нахуй? А, всё, идём. Ух, ебать! Чё за хуйня? Нахуй ты их сейчас пустил? Они сами? На востоке находится лес пред. Топором мне по голове дал, блядь. Кто великий маг? Я великий Як. Именно Як. Я понял. Я, что там, паузи? Ой, стяновый гида. Что, такое копье, что ли? Не, нагрудник. Ебать, пауки, паучки, паучки, маленькие паучки, пожалуйста, не надо. Что там, пиздят? Пиздец, они меня схуярили, блин. Скайп с меня содрали, блин.
Тропический арахнит, блядь. Поезд, блядь, едет где-то в пизде. Да, мне еще сильнее его слышно, потому что я ближе живу. А кого, блядь? Срочников везут, блядь, на Кавказ, нахуй, блядь, или на восток. Как меня когда-то отвезли, блядь. Скорее всего, блядь, на восток. Как меня, сука, отвезли то один раз, блядь. Ёбаный! Чё там? Там пиздец. Большой, с двумя ногами и этот, в чешуе. Убил их? Угу. Надо пойти мол, могилу свою, цветочек положить. Точка. Ты чё? Лес предков. Лес предков, блядь. Ох, ебать, тут-то дохуя, иди сюда. Тут опыта много на халяву. Гамадрилы из леса набежали, блин. А мы налево до конца не сходили. Сейчас сходим отсюда. А вам куда начинаем? Ты прямо? В пещеру? Да. В пещеру надо, что ли? Да. А уже не помню, блядь. А может и нет, хуй знает. Заебись, блядь. Нет, в пещеру не надо, пошли в пещеру. Кстати, вот если ты говоришь, что тут на востоке хуй знает, куда надо идти, да? То в дополнение ты вообще там нахуй заблудишься. Каком? Ну, вот этом, Рагнарёке. А. Там вообще пиздец, а не локация. Ну, это с одной стороны хорошо, блядь, то, что локации большие, широкие. Не коридорные, как их называют. Если, когда я сдохну, а я сдохну в любом случае, я хочу переродиться котом. Домашним. Домашним. Хочу быть жирным, ленивым. С хорошими хозяевами. Я хочу быть жирным, ленивой тварью, как у меня вот сейчас лежит здесь туша, блядь. Лежать в жару на спине. Пошел ты куда? Я пошел наверх. А нахуй? А, ну, посмотри, на трупы посмотрел. Главное, чтобы хозяева еще хорошие были, а то, блядь, бывают такие. Вот я, например, вот я у своего кота хороший хозяин. Я вот беру, когда заебусь после работы, банку пива себе. Чё ты там сверлишь, блядь, объясни мне, пожалуйста. Ничего я, блядь, не сверлю. Я возьму банку пива. Приду домой. Сяду на кровать, дам банку, бутылочку валерьянки коту, и мы вместе с ним сидим бухаем. Это нормально. А какого обычного пива ты берешь? Я пью только крепкое пиво. Да я животное, я знаю. Банки тут девятку. Или охоту. Да я животное, я знаю. Иди сюда. Зачем? Если понадобится на воина, зацепишь. Нахуй ты мне их две дал? Они, у них статы разные. Да. Фонтан. Это кофе заебенит нахуй. Стакан пятый за сегодня, наверное.
Пиздец, у меня кошак кайфует, ёбаный, вот. Считай, баба моя уехала домой. Кровать свободная. Можно на ней спокойно поспать. А чё, баба не даёт спать нормально? Блять, мы же вместе спим, но... Кровать одна спальная. Чё, она пинается, что ли, толкается? Нет, она кота не пускает на кровать. Здесь герой драконоидов, блять. Его меня ебашит. А почему не пускает-то? Кота, блять, не пускать. Как так, блять? Ну понимаешь, это 6-килограммовая туша тоже приличное место занимает на кровати. Он что, уже настолько разжирел, что ли? Ну это британец, ебаный вот, чистокровный, они здоровые. Нет, ты, кстати, не предел. Ему я еще... в курсе, но просто он уже вырос, что ли, так сильно с моего да. последнего посещения да. тебя. Да, и это при том он... Ух, это... ебать! Что это было? Открыл? Меня ваншотнули, нахуй. Открыл? Ааа, что ты там сверлишь, блядь? Да ничего, блядь, я не сверну. Я ногтями по ноутбуку вожу. Я тебе говорю, открой любую запись, нахуй, видео на канале, блядь, и посмотри, я не знаю, что я понял, он, скорее всего, что это, блядь, мой вентилятор ругается. Какой еще вентилятор, блядь? Который в ноутбуке. Может быть, тоже. Он у меня сейчас гудит такой... Может быть, кстати, да. Я-то свой системник закрыл специально, блядь. Да, скорее всего, вентилятор. У меня же системник открытый был раньше всегда. Дай-ка сел. Чё? Лучше в РК на то, блять, этот звук напрягал. Я в РК разговор на клавишу поставлю. А тебя раньше так и не было, что? Так. Просто голосом, не через кнопку, а через голос. А, свободный режим, что ли? Конечно, нет. Я пойду поторгуюсь-ка. А, у меня свободно было. Меня слышно, нет? Да-да. Нигде в мире ты не найдешь таких замечательных изделий. Ну, заебись тогда. Продаем. Нахуй я их тяну продам, блять. Ты уже все? Так, дурной, телепортируемся. Так, что, пошли? Тимур! Ебать! Тимур! Я не слышу нихуя, о чем ты не говорил. Тимур. Я говорю, я что-то не хочу туда идти. Я тоже, я уже пиздюлей получил, блядь. Почти. Меня что, не слышно? Сейчас слышно, до этого не было слышно. Ебать, я что на... Сейчас... Сейчас слышно? Сейчас слышно. Ну я просто же говорю, на клавишу поставил. Не заебешься нажимать каждый раз, блядь. Да нет, она у меня прям под рукой. О, мне кажется, или в этой пизде мы с тобой встретим этих нахуй? Таких здоровых крокатиц, блядь. Крокатиц? Огненных драконов, типа таких, нахуй, долбоёбишь. Да, тут... Ебать! Ебать. 41 левел. 4500 опыта, ёб твою мать. Мне кажется, мы из-за героев так быстро опыт и повышаем левел, понимаем, блин. Из-за того, что их до хрена. Их реально до хрена.
Нелепый зомби, блядь. А если лепый? Я вот здесь за ассасина вообще час отлетал, нахуй, от этих драконоидов, блядь, особенно на ледяных, которые здесь же есть, блядь. Я не знаю, ты там что-то пиздишь или нет, тебя опять не слышно. На. Да не, я молчу. Ох, ебать, лечи! А, ладно. Копейник. Такая музыка такая, типа мы идем в пизду. Или мы идем в пизду. Нет. В частности, да, в целом нет. Не, мы в пизду поднимемся наверх. На Олимп. Ебать, у меня уже две хилки осталось. Было 102, осталось 2. Заебись я за хилками. Блять, ты, блядь. Очень, блядь, хилки... я же все на ебальник принимаю. Блядь, зачем ты на ебальник все принимаешь? Так, мне кажется, я сунул спиду туда, куда они стоят! Эльфы, идите нахуй, пожалуйста. Я тебя жду. Самая жопа была за ассасина Тифона пиздить, блядь. Это вообще жопа. Он меня... Он такой дамаг нам носит. Ты что, ты алтарями не пользовался, что ли, которые там имеются? Ади хуй. У ассасина нет до этого защиты вообще же. Я бы не сказал. Есть у него все. Короче, ты же ади хуй меня догонишь, блядь. Да, иди вперед, не парься. А, там уже портал? А, подожди, что это за... А, нет, это не портал. Тут все, порталов не будет? На Олимпе только. Нет, я имею в виду... А, хуй с ним. Нет, 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 нет. Блядь, ты уже здесь, блядь. Обсидиановые пещеры. О, у тебя здесь будут огненные придурки, нахуй, здоровые. Я алтарь опыта как раз. Дай угадаю, тартар из всего этого, да, состоит, нахуй? Таких вот черных хуйнюшек, да? Адских, блядь. Ну, я бы не сказал, что здесь, ну да. А чё там этот торговец вообще нет? Я тебе его скинуть могу, по идее, если нужно. На своего, блядь, ассасина нацепишь. Нет, не, я не про этот, блядь, не доспехи, а про локацию. Ада. А, да? Голем и пили прозови. Тихуя себе, когда его убить успели, блядь? Или они на него тупо толпой кинулись, блядь? Там торговцы хоть в аду есть, нет, блядь? Или мы надо... что, будем полностью зачищать или... Или полностью галопом пройдемся? Идем уж потихоньку, хули делать. Сразу до Телхина. Потихоньку, говорю, идем. Сейчас здесь заблудиться, как нехуй делать, блядь. Блядь! Могильный червь! Давай-ка портал открывай. Три могильных червя! Портал открой. Открыл! Да команды! Голем! Серега, держись! Серега! Стай нас, блядь! Мне кажется, ему похуй. А, они же огненные, они мула не наносят! Блять, ладно, они на меня кинулись, а то бы я точно отпиздился бы тут же на. Как я? Ты от кого пизды-то получил, блядь? От могильного червя? Смотри фокус. Вот я их, блядь, получил. Я понял, ты про этого. По мага имеешь в виду? Да. Я туда зашел поздороваться, они, блядь, чуть не обрадовались. Может, у них брачный период, а ты его испортил. Кстати, блядь, за драконидов опыта дохуя дают, я пойду-ка с ними еще раз поздороваюсь. Их не убил, что ли? Не всех еще. Там магический сундук есть, блядь. Вот, заодно его откроем. Я тебя еще раз спрашиваю, блядь, в аду ты свою эту могилу-то вскроешь, нет? Воинский топор. А где она? Вот же она. Топор бери свой. В аду?
В аду а есть там... Ну, блядь, где Аид живет, блядь? Нет, да нет, там... Уж такая же... Вот такого цвета локация, по которой мы сейчас ходим. Там торговцы будут и NPC, нет? В аду... Один будет, но в последней локации нет, не будет. Подожди-ка меня, блядь. А, у меня левелап случился, блядь. Ну ладно, хуй с ним. О, фонтанчик, заебись. Не к добу, конечно, но хуй с ним. О, блядь. А, вот это хуёвина, блядь. Древний. Успокоишься, нет, блядь. Вот я за ассасина, когда здесь побегал, я к ним вообще не подходил, блядь. А когда я раньше за рейнджера играл, я тупо их стоял, танковал ебелом. Потому что мне на них похуй было. Шаптёл. Абсолютно похуй. Понимаешь, похуй. А за хамовника просто мимо проходил, да, и похуй было. Да, за хамовника просто мимо проходил, они сами умирали. Серега, я призываю тебя. Блять, там эти вперемешку все на. Ебать! Чё? Ты где, блядь? Пизди получу, я опять успел. Ты да знал, где? Что... Прикол в том, то, что этот драконит, маг, он на себя щит вешает, который получаемый дамаг отражает. Я знаю, но как ты там оказался? Ты был здесь только что! Да, я по ним-то хуярил, он дамаг отражает же, портал открой. То, что он дамаг отражает, а дамаг-то у меня, блядь, лютый. Сейчас я пизды получу, блядь, червей. А вот на я меня... пиздюлился. Ебать, какие-то неадекватные черви с четырьмя лапами, похожие на динозавров. Я нахуй в голову, у меня хилки кончились. Такие вроде в Dark Souls. Такие вроде в Dark Souls первым есть, блядь. Нигде в мире ты не найдешь такие. Да, то, которые с огромными дубинками ходят и ебальник с удара ломают. Нет, они именно такие же, блядь, типа. Каких не знаю, знаю ползающих. Которые как колобки круглые, катаются и огнем хуярят. Я думаю, мне 50 хилок хватит, блядь. Жалко нельзя этот, вот, ладно, вот, можно вещи с дудугом передавать, да, с этого инвентаря на инвентарь. Ну, блядь, с между персонажами, жалко нельзя что это сделать, как его? Бабки перекидывать так с другого персонажа на другого. А, деньги. Да, только через торг с другими. Ну. Кстати, тебе деньги нужны, нет? Нет. У меня почти 4 ляма. Просто у меня 300 лямов на храмовнике. А, не. Девать нахуй некуда. Бордели, сука, нету как готики, блядь. Ну, блядь. А логично было бы сделать. Такой пришел, тифон и ёбнул такой. Бабу мне! Не, самое забавное, вот вышел же Эликс. Ну? Там, блядь, даже игромания, канал игромания говорит, типа, вот. Там эти же есть, типа, как они, как они? Сейчас ёбнут. Да, уже. Я открыл. Там, это есть же, типа, которые в пустыне живут, как они называются, я не помню, блядь. Ну, рейдеры, нахуй, блядь. Назовем их рейдеры. Типа, вот, у них даже есть, типа, этот,
бордель. И чё, блядь, дальше нахуй? Не... Там танцуют бабы нахуй на шесте, блядь, стриптизёрши, и всё. Даже в готике можно было поебаться нахуй, сходить, блядь, когда заебался, блядь. Я чё-то не помню. Чё, во второй готике? В готике было. Во второй? Второй? В порту бордель был. Святое место забыл, блядь, пизду нахуй. А оно в каком городе находится? Харинес, блядь! Харинесе? Я чё, не знаю. Я честно какие-то во втором городе? Смотри, какой красавец, блядь! Сука! Стой! Это до сих пор в первом городе. Привет, сука. Вот тебе подарочек. Мне кажется, или что-то не так? Ну, без голема мы бы опиздюлились от него. Чё, упало? Магическая формула, блядь. Что-нибудь полезное бы лучше упало. Чё-то ничего не взял. Я с тобой! Войти в загадочный портал! Ёб твою мать! Нет, я не хочу! Что такое? Портал Олимп. Вперёд! Кстати, вот здесь сейчас будет Минотавр, по-моему, нахрен. Ага. Потом лютый. Я-то в Готике 2 в первом же городе до сих пор. Во второй Готике? Да. Ну, Харинес. А где он, блядь, там находится? В борде, в портовом районе, ёбаный в рот. Чё-то я там его не находил. Фох, ищешь, значит не хочешь. Окей, поищу сегодня. Минотавры, блядь! Ебать, 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 стадо бежит, блядь! Гон. На чё они надеются, нахуй, вот такой вопрос? И как они сейчас оказались здесь, у меня вот такой вопрос? Это чё за хуйня, блядь? Чё за оркестр? Чё за оркестр идёт, блядь? Да хоть бы одного бога показали, я не знаю, блядь, да? Ну, блядь. Хотя бы Ареса показали, который, блядь, это, с мечом в жопе лежит где-то там в углу, потому что ему запихали вот топ. Чё за хуйня? Хули он ржёт, блядь? Я знаю, что мы от него пизды получим, но всё-таки. Слышь, старейшина, уйди-ка. Короче, меня не жди, я погнал. Куда? На фонтан? Ага. Привет. Пиздюль его, голем тащит! Чё-то мне кажется, слишком легко. Серёга нас выручил! Серёга умер! Ты чё, всё ещё? А если бы не Серёга, нам был бы пиздец. Ну ты бы потанковал, а я бы его побил, я же все вот эти алтари использовал, пошел ему ёбло ломать. Кстати, а ты знаешь, еще до того, пока Immortal Throne не появился, вот эти статуи можно было ломать и его силу лишать. Он потом с руки начинал хуярить, когда эти статуи ломаешь. К примеру, вот это желтое не позволяло ему использовать шипы. Это не позволяло ему ману воровать и молнию использовать. Это не разрешало ему шипы юзать и хп воровать. А нет, вот не разрешало... А нет, это... Шипы не... Ты заебал, блядь, остановись нахуй! А это жизнь воровая. Распизделся, блядь, заебал нахуй! Шатап! Пошли в Родос нахуй!
Пиздец, я заговорил, нахуй. Я ж поток мысли не успеваю, блядь, формировать на. Это шипы, это ёпт, мать. У меня ж глаза на жопу полезли, блядь. Ну, как говорится, я в своём репертуаре. Чё за хуйня, блядь? Тирзей? Ты там этот, в городе, подожди меня, дальше не убегай. Около торговцев. Медея пусть. Мне уже много ночей под... В секретную комнату заглянем, нет? А у тебя что-то выпало? Не, я могу черепашку перекинуть. Магии, значит, просто вспомнить давно... Сейчас я хочу нормально поторговаться, блять. Что-то мне должно здесь купить заебатое, наверное. Что мне упала магическая формула хрустальная слеза? Нихуя себе, блять. Заебатая вещь. Так, что у тебя можешь здесь купить такое, прям, что, блять, прям, мужчину сделать? А, нихуя, блядь, как обычно, все белое, прикинь, блядь. А посохи? Посохи такие же хуёвые. Воспользуйся скрытыми возможностями. Мой сын. Так, давай. На этом можно, наверное, серию наверное, завершим это, да? На твое усмотрение. Она сказала, что не пошевелит и пальцем, пока я не принесу ей книгу. Какой-то древний... Так, на этом давай серию завершим эту. И сразу же приступаем к следующей. Типа всем типа пока. Но сейчас увидимся уже.